Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. 15-16 марта в республике отмечают 25-ю годовщину мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии. 15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. Как считают военные историки, операция по освобождению столицы от врага оказалась неудачной, так как у молодой абхазской армии к тому времени еще не было достаточного опыта ведения боевых действий. В мартовских боях погибли 222 бойца абхазской армии. Несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести. Завтра по всей стране пройдут памятные мероприятия. В 11 утра начнется церемония возложения в парке боевой славы. В селе Ачадара состоится открытие памятника погибшим в мартовском наступлении. В 18 часов в Абхазском государственном драматическом театре состоится вечер реквием, посвященный памяти павших за освобождение Сухума. Вечер памяти бойцов, погибших в мартовском наступлении по освобождению Сухума в ходе Отечественной войны народа Абхазии, прошел в Абхазском государственном университете. И 25 лет спустя боль от ухода друзей и родных не утихает, а подвиги героев войны знают и помнят молодые. И это, пожалуй, лучшая память. В память о трагических событиях мартовского наступления сегодня ветераны войны, преподаватели и студенты Абхазского государственного университета возложили венки и цветы на месте, где будет установлен памятник воинам, павшим за свободу Абхазии. Война не только символ трагичности, но символ высочайшего героизма. 94 студента и преподавателя Абхазского государственного университета положили свои жизни на алтарь свободы. Имя каждого из них помнят и чтут в Агу. Среди наших преподавателей немало тех, которые и в мартовском наступлении, и во всех других наступлениях принимали участие. Их много. Университет очень достойно вживался в ту ситуацию, которая была в 92-93 году, героически. И после войны, до сегодняшнего дня, он гордо носит название Национального университета. Сегодня сложно представить, о чем могли думать в тот роковой момент абхазские бойцы, глядя смерти в глаза. Но никакому сомнению не подлежит, что каждый из них преподал нам, живущим ныне, урок мужества, чести, патриотизма. Указал путь, которому мы должны следовать. Помянем, братья, тех, кто мир с собой закрыл. Проличный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили тем, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их сто крат и рюмкой, и слезой, и горечью наград. Я рада тому, что память жива в вас, молодые студенты, учащиеся здесь.
и за пределами республики, которые превозносят нашу Абхазию. Я надеюсь, что вы еще больше прославите нашу страну, этот героический подвиг ваших старших отцов, братьев и сестер, и мы построим то государство еще лучше, вот о том, о ком мечтали все погибшие. Сколько бы времени ни прошло, боль утраты не утихает в сердцах родных и близких павших воинов. Мы должны чтить память о героях и быть достойными гражданами страны, свободу которой они отстояли ценой собственной жизни. Алик Атрапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В Генеральной прокуратуре Абхазии сегодня подвели итоги деятельности за 2017 год. О состоянии законности и правопорядка в стране доложили руководители всех структурных подразделений. На коллегии также определили задачи и на текущий год. Репортаж Ирины Аршпа. Более 300 административных нарушений законодательства было выявлено в прошлом году. Прокуратурой к ответственности привлечено 139 человек. В суды направлено 26 исковых заявлений. Кроме того, мерами прокурорского реагирования в государственный бюджет организациям и предприятиям возмещено более 12 миллионов рублей. В основном все рассматриваемые дела касались соблюдения земельного, бюджетного, административного и банковского законодательств, а также законов о гражданстве и о безопасности дорожного движения. Более 70 нарушений земельного законодательства выявлено в результате прокурорских проверок. Большая часть из них допущена в городе Сухум, в Гагарском и Гудаутском районах. Выявили нарушения, свидетельствующие о неэффективности работы в части контроля за использованием земель, предотвращении фактов самовольного строительства на всех стадиях. Следует отметить, что несмотря на достаточно четкое нормативное определение контрольных функций, работа государственных органов находится на низком уровне. Вследствие того, результаты прокурорских проверок, по которым выявлено более 70 нарушений земельного законодательства, возбуждено 4 уголовных дела, 40 дел об административных правонарушениях, направлено 10 исковых заявлений в судебные органы о признании построек самовольными и их сносе. За 2017 год зарегистрировано 910 тяжких преступлений, из которых 607 раскрыты. Среди них 32 дела убийства и покушения на убийство, 257 уголовных дел по фактам краж имущества, 9 дел по грабежам, 43 по разбоям, 20 уголовных дел по фактам ДТП со смертельным исходом, 179 по незаконному обороту наркотиков. Уровень подростковой преступности в 2017 году не изменился. Однако наблюдается тенденция увеличения преступлений, совершенных группой лиц. О расследовании громких, резонансных преступлений, имевших место в 2017 году, рассказала начальник Следственного управления Генпрокуратуры Нонна Смыр. Дело, возбужденное прокуратурой Сухумского района по убийству Челокян и покушению на убийство его супруги Матасян, совершенного гражданином Адлиба. В отношении Адлиба избрана мера пресечения судом арест, ему предъявлено обвинение. И также дело находится в стадии завершения и направления дела в суд по подсудности. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданки Мамедовой Гульгаз, ее бывшим мужем Джанба из автомата Калашникова. Значит, Джанба задержан, судом избрана мера пресечения в виде ареста. Работа по данному делу продолжается, назначены соответствующие экспертизы. Значит, дело будет расследовано и направлено в суд. Управлением было рассмотрено более 250 уголовных дел. И, по словам Ноны Смыр, выявлены случаи некачественного расследования, несвоевременного выполнения неотложных следственных действий. Связано это в основном с отсутствием опыта у сотрудников, 90% которых – молодые кадры. По мнению Ноны Смыр, также имеет место недостаточный контроль со стороны руководителей следственных групп и отделов. По 66 делам за 2017 год были нарушены сроки предварительного следствия. Чаще это вызвано объективными причинами, например, по делам, производство которых затягивается из-за проведения экспертиз. В 2017 год органами следствия было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с преступлениями
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, где потерпевшими по этим делам являются несовершеннолетние. Все дела расследованы в сроки, направлены в суд для рассмотрения по существу. По некоторым из них уже есть приговора, вступившие в законную силу. По делам мы назначаем экспертизы и ждем очень длительное время. И в частности, вот по уголовному делу, по обвинению Джопа Астамора Северяновича в совершении изнасилования, на проведение экспертизы было поручено экспертным учреждениям города Москвы. Результаты экспертизы были нами получены. Расследование по делу завершено. Дело направлено в суд. Хочу обратить внимание на одно уголовное дело. Это по обвинению Чкадо. Оно находится в производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде ареста. Назначены судебные экспертизы. Допрошен ряд свидетелей. Работа по этому делу продолжается. Четкое исполнение законодательства – главная цель и задача ведомства. Прокуроры на местах должны чаще контактировать с контролирующими органами и своевременно выявлять нарушения, отмечалось на коллегии. Нам необходимо с вами на 2018 год закрепить те позиции, которые мы начали. У нас достаточно есть сподвижек, но говорить о каких-то громких результатах не приходится, потому что достаточно еще раз повторяю, много проблем в исполнении законодательства. И только в случае нашего прокурорского надзора, своевременного, полной координации всех органов контролирующих, органов государственного управления, мы сможем дальше продолжить те правильные наши начинания в той или иной сфере исполнения законодательства. На коллегии с докладами о проделанной работе выступили руководители всех управлений и прокуроры городов и районов республики. Ирина Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. 14 марта президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о награждении президента Майкопского государственного технологического университета Сланчирет Хакушинова ордена Махдзапша третьей степени за личный вклад в развитие высшего образования в Республике Абхазия. Также президент подписал указ о присвоении почетного звания заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия, декан инженерно-экономического факультета Майкопского государственного технологического университета Мурату Биданокову и ректору университета Саиде Куйжиевой. Как отмечается в указе, за заслуги в педагогической и научной деятельности, вклад в развитие высшего образования в Республике Абхазия, подготовку высококвалифицированных специалистов. С 12 марта Россельхознадзор ввел временный запрет на вывоз овощей и фруктов из Абхазии в Россию более 5 килограмм в багаже или ручной клади. Данные меры были предприняты в связи с угрозой распространения мраморного клопа, так как совсем недавно были зафиксированы случаи перевоза сельскохозяйственной продукции вместе с вредителем. Сегодня ведутся переговоры с российской стороной для отмены запрета. По словам начальника государственной инспекции по карантину растений Аркадия Джинджия, введение ограничений на вывоз продукции не меняет ситуацию, так как мраморный клоп может попасть на территорию России другими путями. Также Аркадий Джинджи отметил, что люди, которые хотят перевезти товар весом более 5 килограмм, обязаны предоставлять на границе сертификат происхождения продукции. Сегодня, конечно, опасения существуют у нас в республике. Предприниматели особенно переживают, что вслед за временным ограничением, чтобы не поступило следующее их ограничение полное. Но в связи с этим президент нашей республики собрал всех заинтересованных организаций и поставил задачу делать все возможное и невозможное для того, чтобы снять эти ограничения. Это в смысле мы пишем письма, обращаемся в Россельхознадзор для того, чтобы нас правильно поняли. Но то, что ввели ограничения в связи с этим мраморным клопом в односторонном порядке, это ничего не дает. Вышла в свет книга кандидата философских наук, доцента, руководителя Центра стратегических исследований, автора более 80 опубликованных научных работ, в том числе 5 монографий, Олега Домения под названием «Беседа о культуре». В книге дается описание событий, происходивших более 2500 лет назад в Древней Греции. В сборник вошли размышления философа о прошлом и настоящем человеческой мысли, об актуальных проблемах современного мира, в частности Абхазии. Над изданием автор трудился более 2
лет. Книга «Беседа о культуре» вышла тиражом в 300 экземпляров. Часть книг передана в Национальную библиотеку имени Папаскер, где любой желающий сможет ознакомиться с ее содержанием и окунуться в философию древнего мира эллинов, которая актуальна и по сей день. Книга, на мой взгляд, очень живо, остро откликается на наши текущие реалии, хотя она посвящена событиям 2,5 тысячелетий давности. Речь идет о кризисе, который переживал эллинское сообщество, древнегреческое сообщество. Тогда тоже происходили вот такие же острые процессы, сложные процессы в социальной жизни эллин. Примерно такое же происходит сегодня и у нас в Абхазии, не только в Абхазии. В мировом масштабе эти процессы сегодня идут, и, конечно, кризис угрожает существованию человека. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в пятницу в Абхазии будет облачно, ночью днем временами дождь, ближе к вечеру погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 10-15 тепла. Температура моря плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.